Гости, как полагается, пришли к имениннику не с пустыми руками. В коробке бисквитный шоколадно-банановый торт. Смотри, какая Тём, красота. С днем рождения тебе. Спасибо. Что за... Спасибо. От нас, это и от волонтеров, и огненного лиса. И от Кати, и от Веры. Меня Лёша зовут. Ну, самое главное, конечно, здоровье, здоровье, здоровье. Да, радую маму. Вот. Поделись с друзьями. Артему исполнилось 4. Он ребенок-бабочка. Кожа у таких деток очень ранимая. На месте даже легких ушибов появляются рубцы и открытые раны. Тёма, несмотря на недуг, растет активным ребенком. Семья всегда рядом, чтобы помочь и поддержать во всех его начинаниях. У нас особенный ребенок. Ну, а он такой у нас подвижный. Это та молекула, короче, которая вся, она движется. Вот его это упорство, которое мы никак не можем преодолеть. Ну, любит он очень железную дорогу. Ходим мы, смотрим поезда. Вот такой он ребенок. Подвижный очень. Любит читать, петь, рисовать. Брянский клуб добряков работает с февраля этого года. За это время сладкие подарки получили более 20 особенных ребят. Вера Мисник испекла уже второй добрый торт. Глаза ребенка, когда ты приносишь этот торт, он не оставляет равнодушным. И, безусловно, мы будем как сами принимать участие, так и развивать эту деятельность и привлекать студентов, чтобы они нам помогали, чтобы они с нами ходили к детям и чтобы они видели счастливые глаза, и им хотелось сделать что-то доброе как можно больше. Когда первый шаг делаешь за порог, конечно, смотришь на реакцию ребенка. Они сначала, конечно, как сегодня наш именинник, стесняются, но потом, когда они в улыбке, появляется улыбка, когда они тянутся, вот как сейчас ребенок взял и цифру, да, 4, вот он все не может отпустить. Вот эти первые эмоции, детское, скажем так, счастье в глазах, улыбка, это есть самая такая обратная реакция о том, что сделали хорошее дело. Это не только сюрприз для ребенка, но и способ показать родителям, что они не одни. Оставить заявку на участие в акции можно в сообществе ВКонтакте «Клуб добряков Брянск». Александра Савельева, Алексей Рязанцев. События Брянск.